Друзья, всем привет! Это мой второй видеообзор на SEO проект Каси. В прошлом видеообзоре я рассказывал вам про основные преимущества данной компании, то, чем она занимается, и про продажу токена. Этот видеообзор направлен исключительно на дорожную карту и на команду. И начнем мы с дорожной карты. Итак, 1 мая 2018 года был создан веб-сайт и выходит в эфир. Далее также происходили определенные действия, но нас интересует именно будущее, а не прошлое. Итак, в ближайшем будущем у нас ожидается 12 октября конец бонуса, 15 ноября 2018 года ICO заканчивается. Ночью, то есть до окончания 15 ноября, если хардкап, то есть жесткая крышка, не была достигнута ранее. То есть либо собирает средства до 15 ноября, то заканчивается раньше. Если не собирает, то значит в срок заканчивается 15 ноября. Все понятно. Дальше, 1 декабря 2018 года токены разрешены для торговли. То есть уже, скорее всего, что уже в этом году мы увидим токены на бирже, на какой-то, который будет торговаться токены. Далее, то есть первый квартал 2019 года, собственная операционная система для добычи и совместной обработки. Второй квартал, далее, проприетарная программное обеспечение для майнеров. Тот, кто майнит, тот поймет, что такое значит значение слова проприетарное. Далее, API с открытым исходным кодом для удаленного подключения с функциями совместной обработки ОС, поскольку клиенты. Так, дальше. Ну, дальше у нас уже 2020 год, не будем далеко так загадывать. Ну, есть определенные события, которые присутствуют у данной компании. Дальше приступим к знакомству команды. Итак, команда профессиональных разработчиков и деловых людей. Начнем мы, конечно же, с генерального директора и соучредитель Сабин Семенесеску. Так, есть у нас два сайта с информацией. Так, есть LinkedIn. Здесь мы можем чуть больше информации узнать про создателя данного проекта. Всем, кому интересно, можете это сделать. И дальше, конечно же, еще другие соучредители и работники, специалисты, исследователи, технические директоры, разработчики, консультанты, специалисты по обработке данных, аналитики, менеджеры, исследователи и разработчики. Также консультанты Каси, то есть советники, вот эти люди. Также, кстати, вы можете с каждым ознакомиться. То есть вот есть статья на LinkedIn. Так, ну на этом в принципе все. Я могу еще вам посоветовать загрузить техническую документацию. Так, пишу, что мы собрали все наши идеи, намерения и прогнозы для проекта Каси в загруженном PDF-документе. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать документ. А затем свяжитесь с нами по любым вопросам, которые могут возникнуть у вас. Так, обязательно загружаем технические документы. Я также это сделаю. И ознакомлюсь с ними обязательно. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели данный видеообзор. Надеюсь, он был полезен для вас. Спасибо за внимание и до новых встреч.